курсе, что вы переводите детей с нарушением требований перевозки? Да, теперь... потому что у меня два ребенка, кресло у меня сзади родители. Я не вижу ни одного кресла, не удерживающего. Нет, кресло есть. За данное правонарушение предусмотрено. Я знаю, у меня есть одно кресло, второго нет. У вас двое детей. Будьте любезны, пройдемте до составления протокола. Здравствуйте, капитан Лубницкий, моя фамилия, операция «Пристегнись» проводится. Ребенок у вас все сидит, правильно? Да. Счастливого пути. Так, а вот там машина стоит. Сейчас будут нарушать, значит, проезжать через сплошную линию разметки. У нас в укладах просто один, понимаете, он быстро не умеет работать. Замечательно. Так вот, пиши, что ты сразу. Бери документы, конечно. Документы в машине, понимаете? Это машина. Понимаем. Мы все виноваты. Здравствуйте, капитан Лубницкий, моя фамилия, операция «Пристегнись» проводится, все у вас в порядке, все пристегнуты, да? Я к вам иду и жестом показал четко остановиться. Капитан Лубницкий, моя фамилия. Операция «Пристегнись» проводится. Вот там что у вас такое вот сидит? Ребенок там сидит, да? Ну, вот сюда паркуйтесь, пожалуйста. Вот это вот как у вас называется? Опаздываете? Документики готовьте, пожалуйста. Данное нарушение, значит, штрафчик предусмотрен в размере 3000 рублей. На переднем сиденье перевозить детей до 12-летнего возраста без специально удерживающего устройства вообще запрещено правилами. Что, машиночку паркуем, убираем оттуда. Нацеленное на выявление водителей, перевозящих пассажиров непристегнутых ремнями безопасности, в частности детей, без специальных удерживающих устройств.